Привет, друзья! С вами сегодня канал EasyNot, и в этом видео мы рассмотрим, как подключить беспроводные Bluetooth наушники к нашему ноутбуку. Ведь многие пользователи хотят подключить наушники, чтобы можно было слушать музыку, смотреть фильмы с помощью беспроводных таких вот наушников. Ведь на наших ноутбуках есть встроенный Bluetooth. Для того, чтобы подключить наушники к нашему ноутбуку, нам нужно открыть крышечку. Открываем крышку, и здесь у нас индикация. Нам нужно удерживать кнопку включения. На самих наушниках этой кнопки нету. Если у вас на наушниках есть кнопка, просто держите эту кнопку, и в итоге начнет моргать ваши наушники. Просто держу, и в итоге видим, что он у нас моргает. Теперь на ноутбуке ищем наш Bluetooth. Вот наш Bluetooth. Нажимаем правой клавишей на нашем Bluetooth, добавить устройство Bluetooth. Далее выбираем добавление Bluetooth или другого устройства. Bluetooth, добавить устройство Bluetooth. И сейчас у нас как раз сразу же должен найти наше устройство. Realme Beats Air Neo. Это есть наши наушники. К наушнике здесь есть телефон, это уже не наше устройство. Выбираем как раз вот надпись звук. Realme Beats Air Neo. Теперь здесь написано, нажмите кнопку подключиться, если пин-код на Realme Beats Air Neo соответствует этому пин-коду. Все верно, просто кликаем подключиться. И готово. В итоге мы наши наушники подключили. Давайте теперь проверим, как работает наш звук. Подключенный голос, музыка написана аудио. Здесь у нас звуковое устройство, открыть параметры звука. И здесь вы можете проверить ваш звук. Давайте эти наушники теперь вытащим. Звук воспроизводит на обоих наушниках. Все прекрасно слышно.